Ну что, привет. Рад видеть вас. В этом видео мы поговорим, собственно, что такое Москва. Вот этот город мечтателей, город всех провинциалов, которые едут и думают, что вы тут безумно нужны. На самом деле город обычный, ничем не отличается от регионов и прочего. Просто достаточно, вот если центр Москвы взять, он достаточно свободный, там свой как бы, свою комьюнити, свои движухи, там люди вообще из другого мира, это как бы это город в городе, можно сказать. Обычные, допустим, от третьего кольца, что я вам скажу, это обычные рабочие движухи, то есть просто работа, люди вот ну, живут бытом, они многие даже Кремля не видели, типа они живут в своей какой-то тусне, все. Чем отличается от региона? Да ничем. Зарплаты плюс-минус на самом деле такие же, потому что траты больше, чем в регионе. Типа мечтать тут... Одно дело, когда ты мечтаешь стать звездой, да, мегаполис, конечно. Если ты не мечтаешь... Но сейчас, видите, звездами становятся в интернете. Много примеров, когда люди живут в глубинке, снимают контент и становятся звездами больше, чем люди, которые постоянно тусуются, светят лицом, так сказать, по этим глупым тусовкам, что-то пытаются кого-то обмануть в плане того, что они псевдоуспешные, псевдобогатые. Таких тут хватает. Но с них все равно кринжуешь больше. Поэтому даже в регионе можешь снимать, собственно, блог и становиться популярным. Это, короче, не зависит от города, в принципе. Одно дело, когда блогеры, почему они говорят, они едут ради контрактов, ну, это не есть... Так, с одной стороны, может больше каких-то встреч здесь, да, с рекламой. Но опять же, все это засылается, вы можете жить в глубинке и делать свой контент, вам будут засылать какие-то партнерские соглашения и прочее. Опять же, если вам вы на с Европой сотрудничаете, вам уже нужно ехать туда. Тут Москва, в принципе, не решает. Для каких-то коллаб, возможно, но я коллабы никогда не делал, у меня не такое большое количество, поэтому я тут достаточно... Ну, может быть, просто, что это мегаполис, что это большой город, что вроде тут все живут блогеры и прочее, как и, хотя и Питер такой же. Не знаю. Мне кажется, Москва – это такой город, к которому ты привыкаешь, и потом без которого потом сложно. И вот я уже привык, как бы здесь был. Да, бывает сложно тут тоже, да, но, блин, ты не можешь, потому что ты уже очень давно здесь. И тут есть свой стилек, свой вот это, вот своя вот эта свобода. Интересно. Как центр мира. Да и лучше города я просто, честно, не видел, чем Москва. Ника за свою жизнь. Я нигде не был, поэтому. Поэтому мне странно судить. Но многие говорят, вот, муравейник, тут толпа, как бы. Вот, в полжизни метро. Не, я люблю Москву, мне нравится. Я могу тут выйти, доехать там пару станций на метро, ну, может, 5-6 станций раз, и поснимать центры, где прохожие, туристы и прочее, как бы насладиться этим городом, так сказать. Не знаю, тут очень развита инфраструктура, ты можешь кружки там всякие, что хочешь, хоть парашюты прыгай, это тоже есть, все что угодно, и в огромном количестве. Было бы желание, как от спортивного, да, до деградации, какой-то типа клубы, бары тоже есть, их тьма. Но лучше какие-то кружки в плане там художественные, тут разные школы художников, много всего, и выставки, и все. Но я, видите, тоже снимаю в основном стрит, как бы не хожу, редко хожу на выставки, еще что-то, но в плане инфраструктуры, конечно, вот мегаполис — это имба. Единственное, что тут очень дорого, к сожалению. Но, может, я такой как бы не гипер-пипер успешный, что, а так, тут есть все, были бы деньги, как говорится. А в регионе там нет ничего, но у кого-то есть деньги. Может, мне кажется так. Хотя хз. Либо нет и того, и того.